пятницу утром в здании Ивановского театрального комплекса на площади Пушкина произошло серьезное возгорание. К счастью, условное. Уважаемые сотрудники театров и театрального комплекса, в связи с крупной аварией на инженерных сетях комплекса, дальнейшее нахождение в занимаемых помещениях опасно. Просим срочно покинуть занимаемые помещения, выключив электроснабжение и организованно проследовать на улицу, согласно плану эвакуации. Уже через пару минут после поступления сигнала сотрудники МЧС прибыли на место. Благо, пожарная часть располагается всего в 1,5 километрах от театра. Для сегодняшних показных учений было привлечено 17 единиц техники, из них 10 основных и 7 специальные. На данных учениях участниками являются 74 человека, вот, и плюс присутствуют все начальники отрядов и частей Ивановской области, а также представители Института государственной противопожарной службы. Сотрудники театра покинули здание быстро. Эвакуация 130 человек заняла всего 9 минут. Дальше за дело взялись пожарные. Перед огнеборцами стояла непростая задача. Зданию театра присвоен 4-й уровень сложности. Максимальный для нашего региона. Сложность данного здания заключается в том, что в данном здании сконцентрировано 3 дворца независимых. В котором находится один общий вход. Максимальное возможное количество людей, в самом худшем случае, здесь более 2000. И в случае реального возникновения пожара, если здание будет полностью заполнено людьми, то возможно возникновение и паники, и проведение эвакуации может быть затруднено. После проникновения в здание пожарным необходимо обнаружить очаг возгорания и локализовать его. Ввиду сложной структуры театра, в здании множество лестниц и коридоров, сделать это совсем непросто. На этот раз на сцене блистают не актеры театра, а вот эти маячки. Они символизируют пламя. По тактическому замыслу возгорание произошло в левом кармане сцены музыкального театра. Площадь пожара 60 квадратных метров. После обнаружения огня из штаба поступает сигнал к началу тушения. Все стволы выведены на позиции. Для предотвращения распространения пожара декорации музыкального театра опущены на планшет сцены. 101-й переходит на первый боевой участок. Возгорание было локализовано за 27 минут. Это неплохой результат для такого сложного здания. С поставленными задачами сотрудники МЧС справились. Но спасателям все же есть куда расти. Так что это не последнее учение в здании театра. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.